устройство. Благодарим за понимание. Приятного отдыха. Мы начинаем. Команда со
человек. Команда КВН Алёнушки Интернешнл. Мы заражаемся юмором, а кто-то им уже облучился. Встречайте, команда КВН облученный юмором. Под названием «Соль». Ну что же, все участники представлены. Мы познакомились со всеми командами, стоящими на сцене. Но есть еще одна команда, сидящая в зале. Это наше уважаемое жюри. Давайте с ними познакомимся. Почтальон Мяского филиала ЮРГУ. Человек с активной жизненной позицией. Вячеслав Кислинский, ваш аплодисмент. Шоумен, режиссер театрализованных представлений и праздников Владимир Яушев. Заведующий массовым отделом Дома культуры «Динамо» и просто яркая и замечательная девушка Надежда Обуденная. Председатель жюри, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 13 «Творческая» и знающая о юморе все и даже больше. Матвиенко Ирина Михайловна! Ну и самый молодой участник жюри и по совместительству участник команды КВН «Сахар» — находчивый, отзывчивый и интересный Тимур Ахмадуллин! Ну что же, все правила соблюдены, и нет повода томить зрителей в ожидании. Мы начинаем КВН команды «Ни пуха, ни пера». А вот если эта команда, ну что же, команды уходят за кулисы готовиться. Готовятся команды. Этот фестиваль впервые проходит в стенах Дома культуры «Динамо». Столько зрителей, столько любителей КВН. И поэтому мы просим поддерживать команду громкими аплодисментами. Откроют наш фестиваль самые юные участники, самые маленькие, учащиеся первого В-класса под названием «Совята». Аплодисменты!
Здравствуйте, дети! Сегодня у нас контрольная работа. А калькулятором пользоваться можно? Можно. А циркулем? Можно. Тема «История России 19 века». Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Здравствуйте. А вы будете меня ругать за то, чего я не делала? Нет, конечно. Я не делала домашнее задание. К нам в класс поступил новый ученик. Здравствуйте, дети, у нас сегодня новый мальчик. Чё, привет! Вы пока познакомитесь? А я побежала. Кто самая красивая девочка в классе? Это я. Зачем выносить твой портфель? Я не хочу. А кто хочет? Я. Значит, ты самая красивая девочка в классе. И хочу с ней станцевать. Позвони мне на телефон, мент. Мы на сцене всего пару минут, но вы, наверное, уже выдохлись. Итак,
как дела-то у тебя? Да хорошо. Стоп, стоп! Что вы делаете? Импровизируем. Да вы даже стоите неправильно! Ну, пошли вон! Пошли вон! Пошли вон, говорю! И сюда. Стойте. Так, слушай меня сюда. Вот ты сейчас смотришь на них, поняла? Зачем? Ну, в смысле, они твое все. Если они не будут смеяться, то тебе будет плохо. Да? Ну ладно. Вот и прекрасно. Ты видела, как сейчас мальчики делали? Да. Вот они делали плохо, мы им покажем, как надо. Давай. Итак, представьте, слушайте, парни, мы девушки. Я парни, если что. А ну что, подружка, как дела у тебя? Ой, ты хорошо, а у тебя? Ой, да, тоже неплохо поживаем. У тебя же скоро день рождения, да? Ну да, и чё? А чё бы ты хотела от парня получить? Ну не знаю, айфон, наверное. Да, слушаю. Да, да, как разбил? Как ты мог ее разбить? Ты! Я перезвоню. А, в общем, ну, пока. Я забыла слова. Как я могла забыть слова? О, боже мой. А, боже, как же я устала. А устала? Стой, я не поэтому устала. Уходи. Ладно, представьте. Случай на вокзале. Спасибо-то. Мне у Тетер два пирожка и одну сосиску в тесте. На, до свидания. Сейчас перед вами выступала команда «Сколько лет текла вода». Какая вода? Чё? Я о названии команды. Мы команда